Matt B. Matt B, 55 kilos. На подиуме для почетных гостей практически уже свободных мест нет, хотя еще многие наши уважаемые высокие гости еще подъезжают. Но нам хотелось бы представить тех, которые присутствуют, находятся сейчас на подиуме или рядом с ним. Это первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Антуан Ванаев. Приветствую его. Главный тренер сборной команды в России по вольной борьбе Замбулат Тедеев присутствует на наших соревнованиях. Один из руководителей жюри соревнований, заслуженный мастер спорта Советского Союза, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Валерий Зайцев. Представляем вам заслуженного мастера спорта олимпийского чемпиона Павла Пинегина с Акая-Якутия. И рядом заместитель министра спорта Республики Дагестан, заслуженный тренер Советского Союза Сагит Гаджиев. Один из сильнейших борцов Советского Союза, ветеран вольной борьбы России, Асхат Шайхутдинов, Татарстан. Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Европы, Магомед Магомедов. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира, Хаджимурат Магомедов. Председатель Всероссийской коллегии судей, заслуженный тренер России, заслуженный врач России Нуксан Журули. Депутат Государственной Думы Михаил Эверстов, Сахай-Якутия. Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Виктор Маляшвили. We're going to be dual wielding all week. This is raised material. And then we have the name. Here's something special. Here's something special. Here's the delight. Zeb, we are special. We're what? We are special. No, you are. Zeb's the reason I'm still alive this trip. Yeah, how can that be? Uh-huh. Direction. I do have a keen sense of direction, I gotta admit. Not a looker, but I got a keen sense of direction. Zeb, we go there once, he's cool. Can navigate the metro without reading. Get us back to places we've already been. No stuff. Except Don, you should have seen where we were last night at 1 in the morning. How do you say shady? You guys just go slow shady. Fucking 8 miles. I'm not even joking, I wanted to have a taxi ride, a late night taxi ride, it would scare people. Bring a camera. Bring a camera, late night taxi ride. Hardest working man in wrestling. Thanks. Thank you.
На Гавриловой победу одержал Муршид Муталимов, Республика Дагестан.